окунек. Красавец, да? Я его, конечно, дома взвешу. Но килограмм в нем это даже к бабке не ходи. Чуть. Пластик. Один тройник отцепили. Тут у нее шансов. Я поймал буквально за час. Щучки, окуньки. Вот. Соскучился по ракам. Немного раков поймал. Итак, парни, всем привет. С вами снова канал Рыбалка в Хакасии. Очередной выезд на водоем от солнышка. Хочу поймать щучки, пока тепло. Хочу поймать и попытаться, ну, если получится, хороший улов. Вот он, закоптить. А там как пойдет, смотрите сами. Повезет, значит повезет. Не повезет, ну, рыбалка есть рыбалка. Зато интерес, пока еще до зимы далеко, поэтому порыбачим. Так что давайте. Всем, кажется, не хвоста, не чешуи. Погнали. Ну, в общем, так. Вроде как начинается рыбалка, да? Заплыл, удочки собрал. Сейчас ветерок меня выставит, как положено. И я начну, чтобы я потом не делал этих лишних непонятных движений, да? А то сейчас завернет, куда захочет, а я тут вытанцовываю. Ну и как всегда, уже по сложившейся небольшой традиции, мой воблерочек Strike Pro Montero. Мой один из любимых. Можно сказать, что любимый. Так, ослабить маленько. Сильно затянул. Ну поехали. Вот так вдоль травы сейчас. Первый заброс. Вот сюда вот. Вот я про что я говорил, что лодочка сейчас ветром выставит, а я, чтобы не танцевать, не скакать по лодке, сяду сразу. Встал вот так. Угол травы здесь вот впереди меня. Я слева по травке сейчас вдоль покидаю. По разным углам тут. Поближе к травке, подальше. И посмотрим, что у нас тут сегодня. Время уже часа 4, наверное, вечера. Так. Первый заброс прошел. Я не боюсь, хотя его мне еще первый, пятый, там и разницы нету. Ветер просто не дает, сейчас границу травы не видать путем. Поэтому я так, примерно, чуть подальше, сейчас поближе покидаю. Как уже обычно получается, я приехал с ночевой. И будем здесь извращаться. Ветер меняется. Лодку подворачивает. Как направление вроде мне задает. Туда, говорит, брось. Ну и туда брошу, что. Там тоже рыба есть. Опа-на! Первая поклевка. Пусти маленько. Первая поклевка. Где подсак? Иди сюда. Первая поклевка идет, идет. Иди, подруга. Не хочет сильно. Ну, в смысле, не сильно хочет, но идти.
Ну, идет потихоньку все равно. Вот она. Вот она хорошая, кстати. Ходом пока идет, надо сразу затащить ее в подсак. Пока идет ходом. Сразу раз так. И все. О, тю-тю-тю-тю. Красотуля ты наша. Ну. Так, намотала спиннинг маленько, да? О, открыть скобу. Скобу открыл, спиннинг убрал. Все, иди сюда, подруга. Вот. Все нормально у нас. А я уж переживать начал. Думаю, что-то не так, что-то не клюет. А вот, пожалуйста. Так. Дырочек, люлики сниму. Сейчас вот дырочек тут от подсадчика отцепим. Оба. И может быть отсюда выйдет. Да? Может быть отсюда выйдет сейчас. Вот подсадчик у нас. У тебя в жопу, я знаю. Плавали мы это дело. Мы в курсе. Будьте любезны, да? Все, вот так вот. Все. Никуда не денешься. Все, иди в жопу. Не тряси тут меня. Так, что ты тут у меня сделала? Вот, что ты мне сделала. Снизу ударила. Этот тройник воткнулся. Тот догнал. Все нормально. Все. Цепляйтесь, ребята, цепляйтесь. Не надо, она уже все, она уже дома. Нечего тут ее. Это как сибирская лайка. Все, кусает и кусает свою добычу, да? Кусает и кусает свою добычу, да? Ну, вот такая. Ну, вот тоже килошная, короче. Все, начало есть. Начало положено. Вот ты красавица-то какая! А вы уехали. А вы уехали. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Иди сюда, моя хорошая, иди сюда, моя. Вот ты моя сладкая-то. Вот ты моя-то сладкая какая. Вот, а я же говорю, что жрать начала она. Я что, придумал, что ли? Я же вижу, что она бушлатить начала. Сюда, иди сюда, вот, все было бы хорошо сейчас, хоть вечерочку половить, да, чего у нас тут, вот у нас что тут, пасть открой, чё-ка дай. Так, где у нас садок? Садок у нас вот он. Рыбаков пока нету. Конкурентов. На злачные места. И рыба не клюет. Ничего, ничего. Придет рапала. Но через неделю не придет, конечно. А что булюбухи? Булюбухи тут мне ничего не дадут. Опа-на! Вот она! Вот она! Взяла воблер на выходе из воды. Вот она. Прям, ну тут уже никуда не денешься, подруга. Так что
Я могу тебя маленько стравить даже. Иди сюда, иди сюда. Да иди сюда. Вот она. Прям воблер схватила на поверхности, можно сказать. Скобу открыть надо. Вот, чтобы она спинник не поломала. Ну вот, девочка, я доволен. Потихонечку, на равномерочке, догнала. Так, надо левой рукой брать мне рыбу. Ё-моё! Вот она. Вот она. Красавица. Схватила воблер, я уже подымал его из воды, можно сказать. Она его схватила. Ну-ка, от подсадчика-то отцепись. Намотала тут. Кое-как. Кровище-то он хлещет с нее. Ну давай теперь отсюда будем отцеплять. Вот. За язык. Так, рот открой. Ты что? Ты что, голодная, что ли, это такая? Что, зевник доставать, что ли? Давай, давай. Открывай пачку свою. Подруга, ты что? Мы с тобой тут долго будем воевать сейчас, если ты так будешь упираться. Сюда вот под вторую возьму. Вот он. И третий крючок. В щеку уткнулся. Вот он мой Strike Pro Montero. Какой красавец, да? А на тот никто не кинулся. Светонакопительный Montero. Иди. Вот подругам своим. Может, оклемаешься там. Вот она, красивая, двухцветная Montero. И никаких вам гвоздей, там натуральная рудра, блядь. Хера ли. Взяла снизу поперек воблер. Висит на одном крючке, как обычно. Не надо сбегать никуда, не надо, собака. Иди к папе. Опа! Скобу открыли. Вот так вот. Вот так красотуля пришла. Ну что ты заживала тут? Намотала тут меня. Понимаешь? Будем делать сейчас опять тебе тут эту экзекуцию, реанимацию, блин. По извлечению сейчас люлики достанем. Будем крестик искать сейчас. Ростислав сказал, с крестиком, это его отпускать надо будет. Если с ноликом, значит, это моя. Сейчас. Нолик, да? Ну ладно, сознался. Моя, значит, рыба. Так, где у нас тут? Сюда иди. Иди сюда. Хорошенькая такая. Хорошенькая такая щучка, толстенькая. Так, за губу. Ну, так тут у тебя шансов вообще никаких не было. Практически, подруга, насвалить. Вот. И все. Красотуля. Лопатуля. Где тут у вас команда? Вот она, ваша команда.
Все. Все на место. Мешочек завязать. Фу, ну, в общем так, народ. Эта рыбалка закончилась. Время уже первый час. Рыбалка, конечно, неудачная, но это рыбалка. Это вам не грибы собирать. Так, ну, короче, ладно, не суть. Как получилось, так получилось. Сейчас взвешиваем. У меня получилось 4 щуки. 4, 2 я поймал вечером, 2 поймал утром. Общий вес 3 килограмма 600 грамм. То есть, если разделить на 4, примерно грамм по 900 в среднем каждая. Я не буду их отдельно вешать. Я так сейчас на травку высыплю, покажу, что они есть тут. И обратно соберу. Вот. Вот такие 4 щучки у меня. Ну, вот это самая большенькая, это первая была, вчерашняя. Какая-то из них сегодняшняя. Две тут сегодня, две вчера. Вот так. Вот такой у меня улов. Ну ладно, что. Будет еще рыбалка. Это не последняя рыбалка по открытой воде. Будет еще рыбалка. Как дрова скидал. И к машине положил. Завязать надо только. То они прыгать начнут, повылазят все тут. А потом ищи их тут, где хочешь. В общем, вот так. Так получилось, так как получилось. Ну, все равно доволен. Все равно рыбалка — это удовольствие, это эмоции, это переживания, это каждая поклевка. Это и ты не попробуешь, если это, то никто, никому ты не сможешь это объяснить. Пока человек сам это ничего не испытает на себе. Это же бывает, не знаю, мешок поймаешь. И то немало тебе рыбы, то есть немного, что куда тебе столько. А каждая поклевка, вот этот момент, вот этот кайф, вот это вываживание, вот, уговорить ее надо, потом вывести, поднять на воду, как говорится, ну, то есть на борт. Вот это да, вот это эмоции, вот это удовольствие. Поэтому рыбалка, она есть рыбалка. Всем спасибо за просмотр. Всем, как говорится, не хватает чешуи. Может, с кем-то увидимся на рыбалке. Комментируйте, пишите, ставьте лайки. Всем пока.